Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами во всеобщей молитве, поэтому нам важно сейчас не останавливаться. И слово, которое сегодня у нас есть, 5 стих, 51 главы Исаия. «Правда моя близка, спасение мое восходит, мышца моя будет судить народы, острова будут уповать на меня и надеяться на мышцу мою». Очень четкие, конкретные фразы, за которыми стоит Его могущество. Небесный Отец, я благодарю Тебя, что мы можем сейчас в этой молитве вместе с народом, который с нами соединяется, и говорить с Тобою, чтобы правда Твоя, которая близка, не осталась за кадром, а открылась перед глазами множества людей. Потому что в этой правде еще и спасение, которое восходит. И Ты сказал, это мое спасение. Это не человеческие предложения, а это Твое спасение от невежества, Твое спасение от неверия, Твое спасение от жестокости, Твое спасение от наглости, Твое спасение от коррупции. Это Твое спасение. И тогда, когда Ты выходишь от престола Твоей славы, то Ты и осуществишь то, о чем мы Тебя просим. Но также Ты сказал, что мышца моя будет судить народы. И сегодня то время, когда Твои суды начинают осуществляться на земле ярко и четко. Поэтому, Господи, Ты сказал, что не чья-то мышца, не какие-то группы людей это будут делать. Мышца моя будет судить народы, и острова будут уповать на меня и надеяться на мышцу мою. Я хочу, чтобы народы, населяющие эту землю, где мы живем, уповали на Тебя, надеялись на Тебя. И поэтому наша молитва к Тебе сегодня. Господь, не промолчи, яви Твою славу, яви свое могущество в том, чтобы жизнь на этой земле, на этой планете Земля, она преобразилась и поменялась не без нас, а через нас. Слава Тебе за это. Благодарю Тебя и Тебе поклоняюсь. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Всего доброго. До новых встреч. Продолжаем молиться.